Привет, друзья. Потому как мне приходится постоянно практически оказывать помощь самым разным людям, поэтому у меня есть возможность, и я вычислил ряд характерных ошибок, которые делают люди, которые применяют метод ключ, пытаясь найти в себе гармонию, в себе, обрести себя, наладить личные отношения. Какие делаются ошибки? Этот вебинар, который сейчас будет, он как раз посвящен тому, чтобы дать вам новую теорию энергоэкономии личности. Это потрясающе. Оказывается, когда человек, у него утрата какая-то, или потерял что-то, или там еще что-то неприятное случилось, у него резко повышается напряжение для перебора решений, возможных вариантов, для прогнозирования, как поступить. И у него идет напряжение высокое, иногда он зацикливается. И он снимает это напряжение инстинктивными действиями какими-то, или повторяемыми, или стонет, там, ахает, там, или ругается, там, или что-то. Я вычислил все эти вещи и понял, как вам быстро помочь. Дело в том, что мы очень часто совершаем такую ошибку, мы теряем осознание того, что наш организм требует. То есть вот эта согласованность между нашим умом и телом, и образами, которые у нас есть, и нашими действиями, нет гармонии. И поэтому конфликт этот внутренний порождает стресс, вот это напряжение. Я помогу вам на вебинаре выходить из суеты мыслей, из страхов, тревог, иллюзий всевозможных в состояние такой нулевой безмятежности. И в этом состоянии покоя, в самой глубине души, вы открываете самое себя, обретаете себя и уверенность, и силы, и крепость, и иммунитет, и стрессоустойчивость. Вы много там обретаете. И потом вы, когда начинаете нервничать, вы тратите меньше энергии. Поэтому эта теория называется энергоэкономии личности. И служит она тому, чтобы вы меньше тратили силы, меньше уставали, меньше болели, чтобы у вас был крепкий, здоровый иммунитет, да, и чтобы у вас быстрее стрессовые напряжения становились вашим личным первым помощником для творчества, как стресс-трамплин. И это все относится к развиваемым с нами совместно науке человечности. Потому что, какой же человек человек? Он же эгоист, когда у него зуб болит. Он же не способен в этот момент думать ни о чем, правильно? А вот когда он в хорошем состоянии, когда он чувствует себя роскошно, ему дарить хочется, любить хочется, быть признательным, чувствовать боль другого, помочь хочется. Это и есть развитие науки человечности. Поэтому наш вебинар особенный, уникальный. Там характерные ошибки, которые делает человек, пользуясь методом ключ, характерные ошибки, которые он делает в жизни, и поэтому, устранив их и дав эту новую теорию энергоэкономии, потому что энергия у нас, каждом из нас, ограниченное количество. Оно заложено в нашей генеративной функции митохондрии в клеточках ДНК. Да, и поэтому в зависимости от того, как мы ее тратим, вы все увидите на вебинаре. Теорию и практику. И побольше выходите на Zoom туда, подключайтесь, потому что когда вы выходите там на Zoom, я вас вижу, я вам подсказываю, как делать правильно приемы, устраняю ошибки, и вся школа учится этому. И мы все будем здоровыми и счастливыми. Ну, как я. Да. И буду рисовать вот из печальной девушки, которую я дорисовываю. Вы, девушки, или юноши, или взрослые мужчины и дамы, будете становиться легкими, веселыми, такими, как в детстве, беззаботными, когда вы были маленькими, вы играли. И вот это хорошо.
гармонизировать себе, вас, которые вы были в детстве, ту чистоту, ту энергию с вашим взрослым умом и мудростью, которая соединяется с помощью метода ключ. До встречи, друзья!